Так, собрал я здесь, короче, все, что у меня может подключаться, будет подключаться к VOX50. Все в разное время покупал. В течение года, наверное, а то и, может, чуть больше. Понемножку, по чуть-чуть, что у меня здесь. Локальный процессор Boss VE2. Гитара заходит в него, вот отсюда. Гитарный вход, здесь гитарный выход идет на процессор для акустической гитары Zoom Acoustic Creator. Отсюда идет на эффект дилей на педали. Вот вход, потом выход с педали на драм-машину Moir микродраммер. И отсюда идет уже на гитарный вход усилителя VOX PX50. Так, на процессор также подключен микрофон через радиосистему Boya. Вот кабелем вот этим. Потом выходит звук, сигнал выходит также по кабелю на микрофон и вход усилителя. Дальше микрофон головной. Есть у меня и ручной, но я пока просто головным здесь буду. Головной микрофон подключен к передатчику. Вот, и, собственно говоря, передатчик где-то на себе крепится. На ремне, если это летом, или в кармане, если это зимой. Процессор. Ну и сама гитара, соответственно. Так, если гитару звук прибавить. А, я ее не подключил еще, сейчас подключу. Так, вот я все собрал. Гитару подключил. Микрофон подключен. Все идет через вот это. Через этот педалборд, так сказать. Ну, кроме микрофона. Микрофон через приставку. Через радиосистему боя. Все идет на усилитель. Сейчас попробую спеть, сыграть под драм-машину. Запись будет на петличный микрофон идти. И заодно вот этот процессор здесь локальный покручу туда-сюда. Какие там меняются, как меняются. Так. Два режима. Есть режим байпас без всего. Просто вообще байпас — это прямой режим. Без эффектов, без ничего. Я поставил пока без гармонайзера. А потом переключусь и гармонайзер буду переключать. Так. Петь я не профессионал, конечно. И у меня и голоса-то нет. Я с октября месяца ничего не пел, тем более дома. Но попробовать надо. Так, головной микрофон одеваю на себя. Так. Раз, 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 раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, раз, раз. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так, здесь у меня выбран дредноут. Гитара Travel, Yamaha. Можно Yamaha выбрать. Но дредноут такой более глубокий бас, массивный. На дредноуте я ставлю. Так. Песня длинная, 5 минут примерно, поэтому процессор переключаться как раз на локальном процессоре. Я успею переключиться на всех режимах.
Thank you.
так.